Правительство Орловской области намерено реализовать принадлежащие ему акции строительной компании ПАО «Орелстрой». Ценные бумаги включены в проект закона, описывающего региональный план приватизации до 2020 года. В собственности Орловской области находится 22,46% от уставного капитала акций, или 50 064 штуки. Предполагаемый способ приватизации – аукцион. Акции оценены в 513 миллионов рублей. По мнению властей, продажа не повлияет на реализацию в регионе жилищных программ. Если тут будет реализован пакет акций, то, соответственно, доходная часть бюджета пополнится. А вы знаете, сейчас ситуация непростая, поэтому я думаю, что это будет положительным эффектом и не будет нести никаких негативных последствий в сфере социально-экономического развития области.